Добрый день, дорогие друзья! С вами еще раз Дивеев Александр, Германия, город Кёльн. Хочу предоставить вашему вниманию новую модель камуфляжных очков. Вы уже видели модели, которые я рекламировал до этого. Вот перед вами две модели. Одна модель – это Occupation, модель камуфляжных очков. Вторая модель – эта модель отличается от этой. Раскрас – это Shadow Grass, раскрас камыш. То есть сейчас вы видите по внешнему виду, чем отличаются эти очки друг от друга. Эти очки дороже. Это совершенно новая модель. В чем их принципиальное отличие? По рамке, если внимательно посмотреть на эти очки, то по оправе они не отличаются. Принципиальное отличие у них другое. Принципиальное отличие этих очков — это именно в их лицевой части. То есть новая модель очков имеет специальную прорезь в районе глаз. То есть вот это расширение, которое вы сейчас видите, как раз находится в районе зрачка. В старой модели этого нет. Вот. Прозрачность этих очков я вам сейчас могу показать. То есть мы возьмем и сделаем вот так вот. Открою я дужки, чтобы вам было лучше видно. Вот. И посмотрим через очки. С лицевой стороны. Стоит нам очки повернуть. То есть матрицу сразу видно, на белом фоне нет. Вот на темном фоне матрицу видно. Вторые очки. Эти очки прозрачные только в районе глаз. Только в районе глаз. Если мы будем смотреть через предыдущую модель, то вид у них вот так. То есть я полностью приблизил сейчас камеру к стеклу. И модель с прорезью. То есть вот так примерно будет смотреть ваш глаз. Так будет примерно осуществляться. Руки немного трясутся. Вот. Теперь по поводу внешнего вида очков. То есть они отличаются еще внешне немножко по своей структуре очков. То есть вот край очков, к примеру, отличается, как по нему видно. Вот очки Occupation на мне сейчас. Вот очки, новая модель. Я могу сказать, что через просвет этот я практически, 95% моего поля зрения открыто. Я через них все хорошо вижу. Они еще являются немножко затемняющими. Но вот этой сетки, которая в этих очках присутствует, немножко такое мутноватое, расплывчатое, этого нет. Поэтому плюсы и минусы этих очков я еще раз вам их покажу. Вот. Вот плюсы и минусы этих очков. Поэтому смотрите, спрашивайте, задавайте вопросы. Всего доброго, до свидания.